Какое ваше любимое время года? Лето. Лето. Птички поют. Тепло, хорошо. Купаемся. Я осень. У меня зима. А мне нравятся все времена. А с чем у вас ассоциируется осень? Со школой. Мне очень нравится листья собирать и делать букеты. Ну, школа, много родителей на работе. Что вам не нравится в осени? Холодно. Мне дожди. Солнце так ярко уже не греет. Ну, в осени дождики идут холодные. Летом они теплые, можно было под дождем бегать. Почему осенью вечером уже темно? Солнышко холодает, поэтому она раньше заходит. Мы не в Китае. В Китае под кокосовыми пальмами люди в феврале сидят. Вечер очень быстро. Осенью земля поворачивается другим боком. Направление солнца изменяется. Из-за этого день короче. Идет день побыстрее. Что такое осенняя хандра? Дождь идет. Ветрено. Мой ежик засыпает. Как чихает ежик, это я снял. Выйти погулять нельзя. Ну, потому что плохая погода. Все заняты, не с кем на поле сходить, там, например, за воздушного змея запускать. Что делать, если осенью становится грустно? Телек смотреть. Ну, или со своим ежом играть. Я его бужу. Можно телевизор посмотреть, детективы. Или можно поразукрашивать, или поиграть. Поиграть, например, с братом. У сестры мне осенью дождь любит. Сидеть, пить чай, в шашки играть. Лежать дома на диване, можно поспать. Можно заняться каким-то делом хорошим.